Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня такой не совсем приятный материал на нашем канале, но, к сожалению, по факту, как он есть. Мы находимся на одной из улиц Одессы, улица Хуторская. За нами, вот на бугре, вот там, где стоят бочки БСУ, это цементный завод. Вокруг нас, к сожалению, свалка. Вот такая вот свалка. Сразу говорю по поводу того, что это не предвыборный ролик. Ни в коем случае, просто мы вчера увидели, что здесь были некоторые действия по данному месту, скажем так. Уверен, что они ничем не закончатся. Здесь вроде бы как была экологическая инспекция, но все это до одного будет места. Мы хотим вам показать сейчас другой вопрос. По поводу свалки. Здесь когда-то была свалка, вот эта засыпанная свалка. Сейчас свалка процветает, вы видите, со всех сторон. Сейчас мы дальше туда придем, покажем. Но это даже не самое, скажем так, печальное. Самое печальное то, что здесь сверху организовали слив нефтепродуктов. И полностью весь мазут сливается вот сюда, в яму. Вот смотрите, что здесь происходит. Вот это все мазут. Откуда мазут? Сверху, вот там, вот где вы видите недостроенный ангар. Мы только что подъезжали, смотрели. Подъезжает машина, бензовоз, так называемый, ну, водовозка старая. И она привозит, как стало известно по документам, отработанные воды, то есть точные воды, балластные и тому подобные, из Черноморского порта, типа как бы утилизация. И эту утилизацию они должны проводить, но они ее не проводят, они ее сливают вот сюда, в эту балку, в этот карьер. И все это, а вот там вот, дальше мы сейчас покажем, вот за вот этим бугром, то есть вот бугор идет, дальше идет водоем. Из этого водоема, естественно, вода дальше уже уходит в сторону моря. То есть вон уже вот там где-то труба, то уже пересыпь, то уже море. То есть это все совсем рядом. Может по карте любой человек посмотреть. То есть улица Хуторская. А сейчас мы спустимся вот туда вниз и покажем весь этот ручей. То есть что там происходит непосредственно внизу. Друзья, снизу у нас подобраться не получилось. Вот у нас перед нами это озеро мазутное, возле которого мы стояли. И вот так вот через кусты, вот сюда, идет вот такая вот дорожка. Там просто зайти невозможно, потому что там все мокрое. Вот по ней идет слив. Сейчас мы ближе подойдем и придем к точке. Смотрите, вот вы видите. Оно все течет, сливают с разных мест, как нам уже сказали местные жители, то с одной точки, то с другой точки, там где машина подъехала, скажем так, оттуда и сливается. Вот все это в мазуте. Вот так же дальше. Организована полноценная свалка. Я очень надеюсь, что городские власти все-таки обратят на это внимание. И вчерашние пробы, которые были взяты здесь, дойдут до конца, и виновные будут наказаны. И прекратится вот этот вот срач. Кроме того, очень хотелось бы, чтобы данное место все-таки облагородили, не просто застроили непонятными ангарами, продали в собственность, а все-таки облагородили, привели в порядок. Это город. Еще раз повторюсь, это не перед выборами ролик. Ролик по факту. Вы знаете, что мы показываем, когда находим такие места, мы их показываем для того, чтобы люди их видели. Очень обидно и очень печально. А теперь, как я сказал, мы перейдем на другую сторону. Итак, вот это место, где эта лужа мазутная. Вот цементный завод.
Вот это все территория цементного завода наверху. Вон где человек поднимается, который только что от нас убегал. А вот теперь мы смотрим дальше. Какое здесь творится, чтобы не выразиться матом. Вы знаете, ужасно. Просто ужасно. Если на городской свалке это все еще как-то пытаются с этим работать, засыпать, обваловывать, то здесь, в черте города, это просто рассадник. Ужасный рассадник, который приведет к большим проблемам. Точно так же вон с той стороны обнажилась старая свалка. Я уже повторяю, вот перед нами непосредственно уже город. Вон видно порт. Пересып видно. И вон водоем. Сейчас мы станем чуть выше, для того, чтобы показать. То есть, соответственно, все эти воды, которые сливаются через землю, проходят водоем. Сейчас мы вам приблизим и покажем. Друзья, берегите нашу природу, берегите наш город, пожалуйста. Опять-таки, хочется отметить работу городских властей. В лучшую сторону, в кавычках, к сожалению. Не говорю сейчас, не, конкретно не образовалось при нынешнем мэре. Я думаю, что это образовалось гораздо раньше, но сама суть. То есть депутаты этого района, в том числе экологическая инспекция, должны на это обращать. Не просто вот вывесить. О том, что выброс мусора запрещен, свеженькая табличка, судя по скотчу, вот, наверное, буквально вчера и прикрученная, для того, чтобы, зная, что будет здесь скандал по этому поводу, было отработано. А действительно с этим бороться, вплоть до того, что устраивать здесь засидки, ловить, полицию вызывать и так далее. Пожалуйста, еще раз прошу обратить на это внимание. Это наш город, в котором нам жить и жить нашим детям и внукам. Друзья, объехавшись сверху, вот дорога, которая идет вдоль цементного завода. Вон силоса, который я вам показывал, цементного завода. А вот территория, на которой стоит эта машина, о которой я вам только что говорил. Вот накатанная есть сюда дорога. Только что мы с вами были вот там внизу. Так, вы видите, свалка прямо здесь, возле гаражей. Ужас, просто ужас. Да, я понимаю, с такими свалками тяжело бороться, тяжело искать, кто это вывозит, патрулировать, как говорится, стоять. Но это просто жуть. Вот эта территория с цистернами. С которой все это и происходит. Вот видно следы опять-таки разливов. Вот оно. Видите, откуда все это сливается. Четко видно. Как и что. Свежий слив был.
просто под забор, и оно все это вон еще даже есть в некоторых местах, еще есть мазут. И вот так оно все и уходит вниз. И вон вдалеке, вон тот водоем, который мы вам только что приближали и показывали снизу. Вот видно подъезд под машину. Вот так вот у нас происходит утилизация мазута. Вот на территории стоят бензовозы, водовозы, которыми все это происходит. Так, городские власти, вам все карты в руки, занимайтесь.